31 декабря, как обычно, в московском аэропорту Шереметьево отменены все рейсы из-за небывалой метели. Пассажиры ожидают последнего в этом году рейса в Мирано на чемпионат мира по шахматам. Внимание, внимание! Рейс номер 3112 в Мирано задерживается в связи с неблагоприятными погодными условиями. Время вылета будет объявлено дополнительно. Повторяю, рейс номер 3112 в Мирано задерживается. Внимание, внимание! Начинается посадка на рейс 2022 «Шахматы. Новый год». Повторяю, начинается посадка на рейс 2022 «Шахматы. Новый год».